Это МиГ-21, один из лучших сверхзвуковых истребителей мира. Этот самолет мог все. Сбивать аэродинамические цели. Работать ракетами по земле. Летать на разведку. Популярность этого самолета во всем мире была необыкновенно велика. Говорит вьетнамский летчик Нгуен Шуа. На этом самолете я летал 13 лет. И за 6 месяцев 1972 года, от апреля до октября, я сбил 6 американских самолетов. Из них были 4 Фантом F4. Самолет МиГ-21 по сравнению с Фантомом превосходит по ряду показателей. Поэтому я могу сказать, что МиГ-21 – это очень хороший самолет. Английский журнал Flying Review называет МиГ-21 символом русской военной мощи. Причины успеха этого символа военной мощи – следствие творческого метода его создателей. На МиГ-21 он воплотился в треугольном крыле, мощной однодвигательной силовой установке с форсажной камерой, в регулируемом воздухозаборнике, в высокоэффективном управлении. С началом применения МиГ-21 в соотношении сбитых изменилось с 1:1 до 4:1 в пользу вьетнамцев. В нашу пользу.